Привет, парни! Сегодня для вас я записываю видео на тему «Как выйти из френд-зоны». Меня зовут Виталий Ерофеев, и это канал о том, как жить интересно. Итак, эта тема очень важная для вас, я думаю, на сегодняшний день очень актуальна. Итак, вы познакомились с девушкой интересной, симпатичной, и вам начинают буквально хвалить, завидовать ваши друзья, знакомые, говорят, ты молодец, дружишь с ней, да, и это мотивирует тебя дружить с ней. И постепенно ваши отношения становятся такими интересными, публичными, интересными. И через некоторое время проходит какой-то период, и возникает такой вопрос. Что из ваших отношений происходит дальше? Дальше, да? Проходит, допустим, 3 месяца, 4 месяца. И все начинают спрашивать так, а что между вами, было что-то, не было? И вы такие, да, вроде бы не было. А почему у всех возникает вопрос, да? И такая начинается у людей мысль у окружающих, а возможно у тебя серьезные отношения с ней, и вы ведете к чему-то главному событию в вашей жизни, и поэтому между вами ничего не происходит. И это дополнительно мотивирует тебя. Ты считаешь, что к тебе относятся серьезно, ты классный парень, потому что такая девушка, женщина захотела с тобой серьезных отношений. И опять проходит какой-то период, ну скажем полгода, и между вами ничего не происходит. Ты уже реально попадаешь в френд-зону. Тебя это начинает комплексовать. Ты начинаешь себя загонять вопросом, почему это со мной происходит. И, значит, ребята, окружающие тебя друзья, также тебя спрашивают, что такое, парень, что с тобой не так? Ты бросаешь девчонкой, что-то у вас не клеится. И ваши отношения продолжают развиваться в том же духе, вы продолжаете дружить. И через некоторое время, скажем так, через год, и эта девушка, эта женщина услышала наконец-то от своих подруг такой тривиальный, скажем так, вопрос. А между вами что-то было? И она отвечает им, нет, нет, девчонки, не было ничего. И они ей говорят, подруга, это что-то неправильно, это ненормально. И вот этот вопрос, это слово, когда она услышит от своих подруг, от своих близких окружения своего, что это неправильно, что это ненормально. Вот этот критический момент, она поймет, что надо что-то делать с этим. И что она сделает? Безусловно, в какое-то событие, в каком-то мероприятии она это приурочит. И в конце концов она с вами переспит, скажем так, да? И вы радостный такой, ну, наконец, наши отношения перешли в какую-то такую фазу, которую ты ждал. А на самом деле ничего дальше не произойдет. Она вам помашет ручкой и скажет, давай останемся друзьями. И ты такой останешься перед таким в нелепом положении. Целый год прошел, и с чем это кончилось? Так вот, ты не заметил главного слова, которое я произнес, неправильно. Вот это слово неправильно, когда услышала твоя девушка, с которой ты дружил, находясь во френд-зоне. Ее мотивировало с тобой переспать. Но вот только она с тобой переспала, и это стало для нее правильно, ты перестал для нее быть интересным. Ей перестала быть мотивация дружить с тобой. И, соответственно, она с тобой расстается. Так вот, чтобы этого не произошло, я объясняю тебе один раз. Это секрет. Секрет, который ты не говори ей. И вообще никому не рассказывай. Нигде об этом ты не услышишь, только от меня услышишь. Итак, брат, я тебе говорю один раз. Девушка, когда тебя запускает в свою френд-зону, это очень важно. Это очень важно. В основном, всегда, это закон. Девушка в свою френд-зону парня не пускает никогда, потому что девушка всегда хочет произвести на парня хорошее впечатление, хочет поддержать это хорошее впечатление, хочет нравиться и тому подобное. А тебя она запустила в свою френд-зону, ты о ней узнаешь очень много, она делится с тобой своими проблемами, своими интересами, своими теми или иными ситуациями, обсуждает с тобой, звонит тебе, встречается с тобой, жалуется тебе и тому подобное. Ты, ну, попал во френд-зону, это означает, что вот эта девушка, очень ей много проблем с правилами. Потому что она эти правила хочет нарушить и не может нарушить правила. И для этого ей нужен ты. Ты ей нужен, чтобы ты нарушал правила. И поэтому она тебе о себе сообщает все. Твоя задача, чтобы выйти из этой френд-зоны, стать ее мужчиной, стать ее парнем, да, стать ее любовником, ты должен нарушать правила.
правил постоянно. То есть идете вы гулять, гуляете, ты не идешь в ларек, не идешь в цветочный магазин покупать цветы. Нет, ты залазишь на клумбу на городскую, залазишь через забор какой-то и там нахватал букетик этот на земле, вырвал букетик и подарил ей здесь. Вот это ты должен сделать, нарушать правила. Идешь там, значит, гулять, видишь там бассейн таким забором, да, и лето, классно, охота, ты говоришь, пошли купаться, и затаскиваешь ее в этот бассейн, через забор залазить, купаешься, вот это делаешь неправильно, вот от этого она тебя ждет, через нарушение правил она хочет познать себя, какая она есть на самом деле, без правил, вот именно ты для нее, это такая дверка, такой ключик, который она ищет, чтобы войти в другой мир, мир без правил. Поэтому я тебе, брат, еще раз говорю, вот как только ты начнешь нарушать правила, так тебя махом из этой френд-зоны она выбросит. Она сразу тебя выбросит, и ты станешь таким же парнем, как и другие парни. Она начнет тебе желать нравиться тебе, производить на тебя впечатление, дарить тебе положительные эмоции и тому подобное. То есть она захочет стать твоей женщиной. Это главное. Так вот, вместе с тобой она узнает себя другую. И это, и она от этого получит кайф, она от этого получит новый драйв жизненный. И вместе вы увидите, что такое классно быть вместе, вдвоем. И вместе соблюдать правила. Итак, друг, пока. Подписывайся на мой канал. Пока.